Всем привет, дорогие друзья, Костик Попов на связи, и сегодня у нас выходит новое топовое видео, поскольку у нас вышло новое обновление в симуляторе пчеловода. Да-да, это реально правда. Так что перед началом этого ролика не забудьте поставить лайк, также подписаться на канал с колокольчиком. И давайте поставим над этим видеороликом, ну, лайков 211. Как только наберем это значение лайков, так сразу пускаем новое топовое видео. Ну а что ж, погнали приступим к видео, я вам расскажу что да как. Так что, погнали. До сих пор не знаешь, где взять качественный и очень хорошие улей, то я тебе в принципе расскажу о группе BeeSwarm Info. Данная группа рассказывает о том, как можно получить себе максимально хорошие улей. Для этого тебе просто нужно зайти в описание, либо в закрепленный комментарий и перейти по ссылочке, которую я в принципе для вас оставил. Данная группа вас всех ждет, поэтому обязательно переходи и приобретай тот улей, который ты хотел всю жизнь. Говорю сразу, это максимально позитивная группа, и тебе понравится каждый раз там находиться. Так что тебя ждут, переходи, но это было BeeSwarm Info. Мы приступаем к ролику, ребят. В общем, ребята, у нас реально произошло обновление в симуляторе пчеловода. Вы многие такие скажете: Костя, а что поменялось? Ну, а я вам отвечу. В общем, давайте покажу скрин на экране. Здесь вы можете увидеть, я даже стрелочкой пометил то, что обновление было 5 часов назад. А какие изменения, в принципе, произошли? Если честно, меня это немного настораживает, но все равно я не понимаю, почему так, почему? Ну, в общем, давайте объясню. В общем, как вы понимаете, Анет сделал обновление, и у нас пропал кодик, то есть на 6 лет игры. Чтобы вы понимали, я попробовал использовать промокод на другом своем аккаунте, почему-то он у меня работает, но возможно на новых серверах, то есть даже если мы зайдем, не помню как там заходится, но в общем, если мы зайдем в код элемента, я не помню как точно, опять же повторюсь, там нажимается. Ну, в общем, тема в том, то что Анет удалил код, но кодик в общем-то работает до сих пор. Не знаю, на новых серверах симулятора пчеловода, ну то есть на обновленных серверах пчеловода он работает или нет, но это, если честно, очень обидно. Так что, кто еще не использовал кодик, обязательно я его оставлю в комментариях. Так что, пожалуйста, пролайкайте мой комментарий, чтобы многие новый топовый кодик ввели. Потому что, возможно, кто-то его не использовал. В общем, как бы вот такая тема. И что вы понимали, вышло, да, обновление, удалился код из игры, да? Ну, вроде как, потому что, опять же, повторюсь, то, что я его на своем твинке провязал, он реально работает до сих пор. Опять же, повторюсь, возможно, новых, то есть на обновленных серверах он, может быть, не работает, честно, не знаю. Ну, в общем, Анет даже по поводу этого ничего не написал. То есть, реально, ничего не было добавлено. Если мы посмотрим хоть какие-то изменения, изменений абсолютно никаких не было. И опять же, от разработчика симулятора пчеловода, от Тоби Шанет, не написал абсолютно никакого сообщения. То есть, ну реально, он не оповещает, он даже то, что у нас был раз код вышел, два, то есть за все время у нас вышло два кода. То есть Анет обновляет симулятор пчеловода, но абсолютно не оповещает нас о том, то, что произошло. Никто не знал, то есть если бы вы нас, ютуберов, не смотрели, да, ребята, вы бы не узнали об этих кодах. То есть мы узнали это чисто из того, то, что на плейсе было написано, грубо говоря, да. Ну, в общем, как бы такая вот тема. И меня настораживает то, что... Видимо, так, когда мы ждали Бисмос обновления, мы настолько сильно обидели разработчика, что он даже не оповещает нас, он не хочет с нами говорить. И вот как бы такая тема. Насчет Бисмос обновления, опять же повторюсь, он его сделал, но не выпустил. То есть у нас возможно будет обновление, как только появится, ну то есть будет что-то в виде Бисмоса. То есть реально будет что-то в виде Бисмоса, то есть летнее обновление в виде Бисмоса, да. То есть у нас не будет зимняя карта, у нас будет летняя карта, опять же с подарками. Такое может быть. Просто ждем, можно сказать, поднятия настроения разработчика симулятора пчеловода. Поэтому, если честно, я в шоке, ребят. Напишите в комментариях, давайте порассуждаем эту тему, поскольку, ну, я считаю то, что это просто капец. Насколько можно было расстроить разработчика тем, что мы от него ожидали обновления, да? Возможно, многие из нас агрессировали, но, блин, ну, мы все же ждали, это наша любимая игра. Ну, и обижаться за такое, в общем, ребят, пожалуйста, напишите свое личное мнение, поскольку, ну, если бы даже меня бы вы обидели,
видели, я бы все равно продолжал делать контент, да, но я вот этой темы, конечно, не понимаю, но это же твоя игра, ты должен над ней поработать, то есть в любом случае ты это делаешь для себя, и в плюс ты зарабатываешь на этом, да, то есть она-то зарабатывает огромное количество робуксов, опять же, для разработчиков игр можно выводить робуксов в деньги, да, там большая комиссия, это я знаю, но в любом случае он это делает для себя, и многие только рады каждому обновлению, даже если обновление маленькое, тот же код, это для нас всегда очень хорошо, поскольку мы нафармим, это для нас огромный плюс, то есть там много чего мы за этот код добудем, плюс всякие подарочки, это тоже очень интересно. Поэтому мое мнение как-то такое, пишите ваше мнение в комментариях, на связи был Костян, обязательно расскажите об этом видеоролику, помогите, пожалуйста, набрать рейтинг, наверное, так скажем, нужно набрать реально, ребята, рейтинг видосику, так что, пожалуйста, расскажите об этом видео своему другу, также посоветуйте, кому не сложно, если у кого-то есть, в Телеграме или в Дискорде, в каких-нибудь сообществах о моем видео, расскажите, скиньте ссылку, поделитесь, скажите, что здесь показали новую пчелу. Ну, в общем, вы поняли, ребят, на связи был Косик, так что, да, погнал читать ваши комментарии, а завтра увидимся на новом интересном видео. И, кстати, в последнее время что-то начал заниматься гайдами, кто, ну, в принципе, заметил по моему каналу, и также я начал что-то снимать про историю симулятора пчеловода. Реально, меня эта тема заинтересовала, кого тоже, то есть, и пишите комментарии. В общем, ссылочка, точнее не ссылочка, а кодик, наш новый кодик, который был, ну, буквально недавно, недели две назад, то есть очень крутой код, если он у кого-то еще до сих пор работает или кто его еще не испробовал, то копируйте его в моем закреплять комментарий, опять же повторюсь, я не могу, поэтому, ребят, пролайкайте мой комментарий, чтобы он стал топ-1 под этим видео, и копируйте кодик новый, который был две недели назад, возможно, кто-то его не использовал. В общем, всем спасибо за просмотр, оставайтесь добрыми, будьте мудрыми. Ну а завтра увидимся на новом топовом ролике. Но я пошел читать ваши комментарии.